Сегодня состоялось очередное заседание Краевой избирательной комиссии. Был заверен список регионального отделения партии «Роста». Им дали разрешение на открытие специальных избирательных счетов, с которых и будут оплачиваться все агитационные материалы и утверждены уполномоченные представители партии по финансовым вопросам. Напомню, что принимать документы на регистрацию от партии закончат 3 августа. И до 13 августа будут известны имена всех зарегистрированных кандидатов. Однако первые нарушения комиссия выявляет уже сейчас. Ряд баннеров, которые висит, значит, они у нас размещены уже в настоящее время, поскольку избирательная кампания идет, с нарушением действующего законодательства. Почему? Потому что в период избирательной кампании, да, после того, как состоялось выдвижение, значит, соответствующие все агитационные материалы должны быть проплачены за счет средств избирательного фонда. Значит, те, которые висели раньше и не проплачены за счет средств избирательного фонда, они должны быть демонтированы. В том случае, если такого демонтажа не произошло, значит, комиссия принимает решение, обращается в правоохранительные органы, и те занимаются вопросом демонтажа.